У нас в гостях Елена Миненко, и она расскажет, с какой продукцией приехала на нашу выставку. Я представляю Павлопосадский гофрокомбинат. И, в общем-то, мы не участники, мы посетители выставки, приехали встретиться с нашими клиентами, найти новых клиентов и, в общем-то, завязать новые деловые отношения. Мы производители тарной упаковки, гофролотков, гофроящиков. Находимся недалеко от Москвы, поэтому, в общем-то, участники выставки нам интересны будущими партнерствами. А какие цели преследуете тогда, как посетители выставки? Ну, переговоры с существующими клиентами и, в общем-то, переговоры с потенциальными клиентами. А потенциальные клиенты – это кто? А потенциальные клиенты – это производители продуктов питания, потому что любая продукция имеет упаковку не только потребительскую, да, которую покупатель берет с витрины в магазине, но и тарную упаковку, которая позволяет сохранить продукцию при перевозке, при транспортировке от производства до магазина. Елена, спасибо огромное. Надеюсь, у вас все получится. Спасибо.